7月の2プラス2では大変歓待をしていただき感謝しております。Сначала хочу выразить свою благодарность за радушный прием, который вы оказывали мне, когда я побывал в России для участия во встрече 2 плюс 2. 来月の貿易経済政府間委員会では私が議長を務めますが、8項目の協力プランを含め、貿易投資の拡大に向けた今後の方策についてしっかり議論したいと思います。На следующем раунде межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам будущего месяца я буду председателем. На этом заседании хотелось бы обсудить дальнейшие меры, направленные на расширение торговли и инвестиций, в том числе в рамках плана сотрудничества из 8 пунктов. 10月からロシア人の団体観光客を対象にしたビザ緩和措置が開始されました。人的交流の一層の促進を期待しております。С октября месяца введен упрощенный визовый режим.